сегодня я хочу сравнить два цвета. Девочка, то ли она выбирает, то ли она хочет оба два цвета вот на эту сумочку Small Finally, по-моему, название у нее, сейчас посмотрю, проверю. Finally. Вот она хочет такую сумочку черненькую, и она хочет такую сумочку в цвете пекан. Цвет пекан — это вот этот коричневый. Но в нашем магазине нет ее в цвете пекан. Но она есть вот это вот маленький размер. Она есть в цвете пекан в среднем размере. Вот она стоит, мне ее там неудобно достать. И она есть в большом размере. А вот эту, наверное, мне будет удобно достать. Может быть, мне их вместе и сравнить. Но вот она блестит точно так же, как вот эта сумочка. И девочке кажется, что в черном цвете она блестит, а в цвете пекан она не блестит. Вы знаете, иногда действительно так бывает, но очень редко. Может быть, на фотографии, где она смотрит онлайн, так и выглядят эти сумочки. Но вообще они блестят оба цвета. Вот смотрите, вот, например, пусть это не Finley, это Duxbury. Но вот так вот они выглядят, и вот так вот они обе блестят. Вот я попробовала посмотреть, потому что, ну, все-таки раньше я как-то сталкивалась с тем цветом, что иногда бывает чуть-чуть матовее вот этот блеск. Но я сегодня в нашем магазине ничего такого матового, ну, может быть, вот та сумочка такая, из-за того, что, может быть, там больше черного, но все равно она блестит. То есть каждый цвет пекан, он блестит, но оттенки все равно иногда отличаются. Вот смотрите, даже вот так вот, если сравнить их, ну, это, наверное, вот они отличаются из-за того, что вот в этой сумочке больше черного, поэтому она кажется, вот это все-таки такая спинка, животик крокодила, а вот это больше спинка. И вот тогда цвет, где вот черного больше, играет ярче. Ну вот как получится при заказе, ну не может она быть другого цвета. Ну, в общем, девочка меня просила сравнить цвета. Я их сравниваю и вам показываю. Так, ну а на скидках здесь 25% сумочки. Вот здесь тоже что-то 25, что-то 40%. Вот это Кати 25%, потому что на ней был оторван ценник. Я у продавца переспросила, думаю, вдруг 65. Но на 65% только один. Так, вот это 105, это скидка 40%. Только один вот этот кошелечек, вот 43,75 он стоит. Вот такой вот под фуксию, наверное, цвет, да? Цена хорошая, 43,75. Если кому-то под цвет брамин такой кошелечек нужен, то вот можно на него обратить внимание. Кошелек небольшой, в кроссбоди будет помещаться просто великолепно. Так, ну а здесь больше. Так, ну вот здесь вот тоже есть цвет пекан. Вот можно по этому цвету сказать, что он не блестит? Он вроде бы, вот там свет падает все-таки от люстры, от потолка. Больше, там больше блеска. Здесь свет падает меньше. Там, потому что, видите, вот направленный свет. Здесь свет падает меньше, но блестит-то он точно так же. Просто, наверное, все-таки зависит от рисунка. Больше я других... А, ну вот еще вижу в цвете пекан. Ну вот сегодня все такие довольно-таки блестящие. Ну, видимо, наверное, иногда может попасться. А вот, может быть, ты? Ну нет, тоже же блестит. То есть весь цвет Мельбурн такой блестит. Вот еще есть. Ну, здесь комбинация пекан, но тоже блестит. В общем, все блестит. Не знаю, помогло нашей девочке, как я сравнила цвет или нет. Но, может быть, кому-то еще помогло. Так, на Хамит.
У них тут прям как будто бы какой-то ураган был. Все закончилось. 40% скидка. Вот такая красотка сумочка. 267. Прям похоже на кожу питона. Это, наверное, она и есть, кстати. Или выработка просто такая лазерная под питона. Наверное, скорее всего. Вот здесь вот они, эти модели сумочек со скидками. Просто я вижу красные ценники. Да, это вот 40%. Вот здесь вот у них в конце строчки стоит циферка, означающая сумму скидки. Вот та 267. Значит, потому что я помню, что 237. Вот этот, наверное, цвет чуть подороже модели стоит. Ну вот, кстати, если кому-то хочется хаммит на 65%. О, кстати, у меня рыжий шопер еще в наличии есть. Вот, а если кому-то хочется что-то другое, то вот здесь те модели, которые, в принципе, если что-то из них доживет, то они следующими будут на 65%. А у меня вот такой шопер, только рыжий, вот который я показывала в коротком ролике. Здесь сейчас скидка 40%. Да, 40. Вот эта сумка классная. Ну, в общем, вот такие сумочки со скидками 40%. А мне очень нравится вот эта синяя лаковая. Ох, а на них тоже скидка. Так, это без скидки. А почему ты без скидки, а ты со скидкой? Как так? Сейчас вот эту черную проверю. А, ну они их, видимо, наклеили. Нет, черные все без скидки. Обрадовалась, думала, черная со скидкой. Нет. Я просто вижу здесь вот красный ценник. 40% эта камера, 177. Такой темно-зеленый цвет тоже. Увидела здесь ценник, они просто не разложили, наклеили, и потом они вот на витрину поставят. Здесь уволилась одна девочка-продавец, и вторая просто не справляется. Вот красотка, мне очень нравится. Я когда-то не купила такую сумку Тори Бёрч на Гавайях. Вернее, купила ее для какой-то другой заказчицы. Там скидка на нее какая-то была огромная. И вот она выглядела, ее кожа вот точно так. Вот я с тех пор, уже, наверное, года 4, жалею, что я ее себе не оставила. Наверное, нужно вот эту себе брать. Я-то свою тоже покупала, когда у нее была скидка 40%. Поэтому можно ее и не дождаться на 65%. Ой, сумка классная. Вот мне прям нравится вот именно вот этот цвет и именно в лаковом оформлении, в лаковой коже. Тут еще и кошелечек есть лаковый. Я, честно говоря, не очень люблю кошелечки на молниях. Ну почему нет? Молния мягкая, в принципе. Почему нет? Почему я не очень люблю? Он приятный. И вот такая сумочка. Ну вот это вот все-таки мне маловато, потому что я стала постоянно носить очки с собой. Такой размерчик мне все-таки маловат. Все-таки, наверное, вот это мой размерчик. Ой, ну что делать-то? Брать со скидкой в 40%? Или попробовать подождать? Вот она, видите, она вот здесь вот кожаная, мягкая. Лаковая только вот отсюда. Так, а вот это что, комбинация ткани? Да, здесь с тканью, но тоже со скидкой, тоже в 40%. И та, значит, тоже комбинация с тканью, тоже со скидкой в 40%. Хожу, облизываюсь, в общем. Что-то, похоже, мне сумка нравится. Ну вот сколько можно купить себе сумок? Ладно, извините, это я уже вас заставила немножечко пожить моей жизнью. Примеряла сумочку к себе. Буду подумать, походить.
Так, а здесь вот еще появился новый цвет. Кстати, скидок, экстра скидок. Вот эти все без скидок модели, просто цвет. Вам показываю, какой появился у Хаммит новый. А, коуч без экстра скидок. Пайеточки в бутике. Вот эти все в магазине Dillard's модели бутика. Если на них будут экстра скидки, я обязательно вам дам знать. Вилло. Ну, эти всего, вообще всего 25%. То есть у них прям все-все, наверное, на Новый год разобрали. Скидки маленькие, потому что, ну, и витрины такие пустые. Вот, 65% вижу коуч. Ой, коуч. Ой, ребята, заговариваюсь. Про коуч только что говорила, а вижу-то я не коуч, вижу Майкл Корс. Но здесь вот такие шоперы. На скидке в 65%. 104.30. Так. Ну, мне кажется, это все. Вот тут прям, видите, вот она бедненькая одна ходит там. Не успевает все назад ставить. Так, вот витринка 65%. И здесь уже я вам все показывала. Нет, не все. Эту сумочку показывала 69-65. Кто она там? Патриша Нэш. Ой, красотка. Это очень дорогой американский бренд, кстати. Сумка дорогая. 298, сейчас 65%, 104.30, это Фрай. Классная сумка. И вот знаете, Фрай-то очень часто царапки оставляет, а это все-таки кожа такая с покрытием, не будет оставлять царапок. Так, ну сейчас вам сверху голос наложу, потому что, ну, девочка прям около меня встала. Не знаю, может быть, она русскоговорящая, ей интересно, что я тут озвучиваю. Прям вот не отходит, рядом со мной стоит. Поэтому я тут уже рассматриваю сумочки. А голос сейчас вам накладываю. Вот Курт Гегер. Это 65% сумочки. Патриша Нэш тканевая. И такой там сейчас будет кошелечек. Тоже 65% скидка. Так, на что я тут еще внимание обратила? Это Ральф Лорен сумочка. И вот с этой стороны, здесь я, по-моему, сейчас уже начну разговаривать. Так, эту я забираю. Девочка у меня ее как раз ждет. Похоже, саквояжик. Это, конечно, удача для нее. Если вдруг он останется, я потом в коротком ролике выложу, что он у меня есть в наличии. Если вдруг он ей не понравится в этой расцветке, потому что шикарный чемоданчик-то. Его нужно брать. Так, а это Антонио Милани. С ворсинками коровья кожа. Этот мы забираем. Так, ну вот Хоба 51.80, вот такая косметичка Рислит. Ну, не косметичка, это все-таки сумочка Рислит. И вот с этой стороны ничего интересного нет. А вот здесь Дуни энд Берг. Кстати, тоже шикарный американский бренд кожаный. Довольно-таки старый бренд. Давно я вам его не показывала. Вообще вам интересен? Нет. 65%. Патриша Нэш 31.15. Классный кошелек-то. И красный. И цена-то прям какая хорошая. И прям, наверное, вот под этот он, который я там взяла, этот саквояжик. Он прямо может подойти. Да? Нужен ли нам этот кошелечек? Нет. Ой, ладно, покажу последнее. Сейчас это отложу.
насчет кошелька подумаю. Саквояжик девочки уже я беру. Последнее покажу. Хопа 62-30. Вот это сумочка. О, какие клатчи красивые. Прям в последних тенденциях моды. Золотые. Классные клатчи. $28. Это вот на выпускной, на свадьбу. Но вот он чуть-чуть поцарапанный. $33.25. Вот это Антонио Милани. Так, и последние вот эти хоба сумочки, кошельки, держатели телефонов. Они же кроссбоди, потому что вот здесь есть петельки. Целых две штучки от хоба, лаковые. Цвет, не знаю, как назвать этот цвет, бронзовый точно. 69.30. Вот и все. Я с вами на этом прощаюсь. Если кому-то нужна Дуни энд Бёрг, ну, напишите мне, посмотрим мы ее поближе тогда. Ой, вот эти сумки классные. Помните, мы такие покупали. Форма у них шикарная. За 135,80 такой вот формы. У них вот сейчас она набита, вот эта сумка. А вообще вот, когда в нее поменьше наложено, вот так вот загинается. Помните, я вам показывала такие сумочки. Классные, кстати. Смотрите, вот эта шикарная. Так, ну я с вами на этом прощаюсь. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких. Всем всего доброго. Пока-пока. Ну, давайте по старой доброй традиции. Один раз не пока. 94.15. Патриша Нэш. Вот такая золотая. Такой золотой шопер на замочке. Так, еще красоточка. Ну, это ГЭС. Это ГЭС. О, Кейт Спейд. Это тканевая сумка. Ой, какая приятная. 160-30. Точно не 65% скидка. А, нет, 65%. Но это тканевая она. Ну, сумка, конечно, с претензиями, правда? Интересная. Не мелкая. Так. И Хоба. 83-30. Здесь Кейт Спейд малышки со стразами тканевые. И зайду уже с этой стороны, посмотрю, что. Ой, Патриша Нэш. Чуть-чуть с царапочками. Саквояжик классный. Похожий на хобовский, но уже от Патриши Нэш. Похожая сумочка 83-40. Бабушкин кошелек, но тканевый. 17.15. Кошелек, она же ключница. Так, ну а здесь, наверное, ничего больше такого. Вот Патриша Нэш. 94.15. Классный. Классная кроссбоди с клапаном. Большая. Новая модель какая-то. Все, теперь точно пока-пока. Давайте второй раз. Не пока, не пока. Это не со скидками. Просто увидела вот эти сумочки новые. Саквояжки. Вот такие. Ну, с такой вот застежкой у Патриши Нэш. И захотела вам их показать. Если кто-то влюбится. Потому что мне вот это черное прям стоит и моргает. Я подошла на кассу заплатить за саквояж. И думаю, ладно, еще раз сделаю. $149. Они без скидки стоят.